Эту золотую медаль Мария Лосицкене привезла из Токио, а теперь с гордостью демонстрирует в Красногорске. Чемпионка 32-х летних Олимпийских игр на встрече с главой округа. За чашкой чая Мария поделилась, каким был ее путь к успеху. Я ехала в Токио в смысле в том, что я еду в лагерь, потому что я не хотела лишнюю ответственность, да, накладывать на плечи, потому что было и так понятно, что мы все переживаем, мы все нервничаем, мы все боимся, это абсолютно нормально. Поэтому я всеми силами себя отвлекала, всеми силами просто там находилась, наслаждалась деревней олимпийской. И уже только в секторе я настраивалась на то, что это Олимпиада, что это тот старт, к которому каждый спортсмен идет в своей жизни. На этом старте спортсменка из Красногорска оставила позади соперниц из Австралии и Украины, выполнив прыжок высотой 2,4 метра. Выдающийся результат – итог многолетних тренировок, как и умение превращать волнение и страх в силу. Кому как не наставнику знать об этом. Можно сделать таким образом, чтобы страх выходил через выделение преимущества норадреналина, который убирает все барьеры, и человек тогда способен на чудеса. И это закрепляется из старта к старту. На личной встрече с Алексеем Спасским еще один красногорец-олимпиец. Участник состязаний по гребному слалому Павел Эйгель. Героям спорта глава округа вручил денежные сертификаты по 500 тысяч рублей. А от муниципального управления по физкультуре и спорту достались памятные сувениры. Мария Лосицкене своему подарку применение нашла сразу.